для тех, кто хочет порадоваться, вспомнить детство и немного поиграть. Музей кукол. Вот, если честно, это мне понравилось больше всего. Четырехэтажный, в самом центре. Поднимаешься на лифте на четвертый этаж, заходишь в такую сказку, и все, и потерялся. Я там провела, наверное, часа полтора, и на третий этаж два раза поднималась. Потому что очень мне понравилось, особенно «Спящая красавица». Там прям все, ну, несколько таких инсталляций, или так, как сказать, сказочных таких комнат. И кажется, как будто ты прям в сказку попал. Все так, вот таких вот много, все так детально, целые улицы. Тут и бабушки, вон и внуки все рассматривают. Все так сделано здорово. Просто если когда-нибудь попадете в Базель, очень советую. Смотреть не насмотреться. Ну, кому нравится, конечно. Потому что в тот же день была в другом музее. Тингель. Собрание всякой ерунды, вот честно скажу. Так называется. А это было здорово. Так что советую.